Это самая горячая Кейл за всю историю Teamfight Tactics, и вот почему. Во-первых, она очень гибкая. Этот чемпион может примерить на себя разные роли, быть опасной и смертоносной, быть медсестричкой, которая возвращает чемпионов с того света, а также быть твоей верной помощницей, которая дает всем чемпионам на доске очень полезные бонусы. Уф, как горячо! Ладно, подурачились и будет. Говорить будем сегодня о Кейл, о сказителях. 11-й сет Teamfight Tactics. Поехали. Собрав всего три чемпиона-сказителя на своем столе, ты обнаружишь крылатую горячую валькирию Кейл, которая с возрастом будет становиться все лучше. И чтобы Кейл не оказалась в твоей команде пьяной девушкой за рулем, я настоятельно рекомендую тебе досмотреть этот ролик до конца. Давай начнем с базы и пойдем читать серенькие буквы в описании синергии. Кейл каждую стадию получает прибавку к скорости в размере 15%, значит, мы хотим доживать до поздней стадии, а значит, сохранить здоровье, агрессивно повышать уровень и доставлять фигуры будет хорошей идеи. Также ее характеристики усиливаются за каждую звездочку чемпионов-сказителей, а значит, мы хотим остаться на пятом и закрутить все дешевые фигуры в три звезды. Диссонансик. Что ж, думаю, это говорит о гибкости данной композиции. Если вдруг случилось так, что заходит много фигур по сказителям и они закрываются в три звезды, ролься, пожалуйста. Если заходят дорогие персонажи, то иди в позднюю стадию и рассматривай другие варианты. От себя порекомендую второй сценарий. Хорошо, план на игру мы наметили, давай разбираться с самой Кейл. У ангелочка Лиги Легенд есть фазы, которые можно достичь, доставляя чемпионов-сказителей. Первая фаза — 3 сказителя. Вторая фаза — 5 сказителей, третье 7 сказителей, четвертое 10 сказителей. Делается это все чудо всего за 3 эмблемы. На первой фазе игра предложит на выбор 3 усиления для Кейл. У них есть очень мощные названия, но я их не запомнил. Мне лень, будем отличать их цветами. Красное усиление даст 12% скорости Кейл и двум примыкающим союзникам по горизонтали. Синее усиление проделает тот же фокус, но с силой умения в количестве 20 единиц. Зеленое усиление позволит атакам и умениям Кейл раскалывать и источать вражескую броню. То есть решает вопрос с магическим и физическим пробивом в размере 20%. Эх, а раньше было лучше. Аж 30%. На второй фазе игра предложит два варианта усиления. Красная подарит Кейл эффект Гинсы, каждая ее автоатака будет увеличивать скорость атаки на 5%. Синее усиление даст возможность умению Кейл наносить урон по площади и увеличит наносимый урон на 50%. На третьей фазе игра откроет еще два варианта в зависимости от вашего выбора на второй фазе. Выберите красный во второй, получите красное и зеленое усиление на третьей фазе. Выберите синий на второй, получите синее и зеленое усиление на третьей. Синее усиление на третьей фазе увеличивает наносимый урон на 15%, а умение Кейл будет срабатывать дважды. Красное усиление позволит увеличить наносимый урон на 15%, а атаки Кейл будут давать дополнительный урон примыкающим врагам. Зеленое усиление на третьей фазе подарит возможность воскрешать раз в 8 секунд самого сильного союзника, который еще не был воскрешен, с 50% здоровья. Четвертая фаза дает амулет вознесения, и Кейл получает характеристики наравне с легендарной фигурой в 3 звезды. Фу, что-то задушнил. Красную линию не играй, слабая. Синюю играй, сильная. Зеленая для извращенцев. Для себя же я определил все-таки две сильные линии по усилениям для Кейл. Первая это зеленый, синий и синий, где у Кейл есть бурст урон и она стоит на фронтлайне. Сюда же отнесу 3 синих с учетом, что ионийская искра на фронте. И второй вариант зеленый, синий, зеленый, где Кейл берет на себя роль саппорта и воскрешает всех союзников. Эта Кейл хороша только при крутом заходе по персам и соответствующим аугментациям. У тебя должна быть уверенность, что ты идешь на 9-й, на 10-й уровень. Там ты обзаводишься большим количеством сильных фигур, собираешь им крутые предметы, и Кейла будет давать им вторую жизнь. Если ее не прихлопнут сплэшом, конечно, ну или этот бешеный с двумя мечами в Т3 не зарубит малышку. Чтобы наметить ориентир на игру, сразу проанализируй, каких чемпионов и какие предметы игра тебе предоставила. Если ты видишь много луков и мечей, а также чемпионов на силу атаки, то бери на первой фазе зеленое усиление и масштабируй урон за счет пробива. Если закрываются чемпионы на силу умения, то в этом случае можно рассмотреть усиление на силу умения на 3 ячейки. Допустим, стартовый набор из Лисы, Нико, Гарана, Севир и Ривен. Хороший старт под силу умения. Также можно рассматривать варианты ранней Зайры в Т2. Чемпион отлично керрит на первых порах, а если найдешь Диану и накидаешь ей предметы, то получишь мудрецов, и это очень сильный стол, с которым можно идти прямо в позднюю игру. Даже можно отнести Кугмау и снайперов, Жанну и Алуну, Тиму и Севир. В общем, вариантов масса для старта через силу умения. В середине игры можно перебросить предметы на Зои и доставить пятерку сказителей, получив бурст к урону при помощи второго синего усиления. Не забывай использовать ускорение
Севир на своего керри и кейл. Для этого можно поставить Севир на одну ячейку вперед. Таким образом, когда твой фронт падет, Севир начнет набирать ману за счет вражеских атак и, возможно, даст еще одно ускорение твоим разящим. При сценарии на силу атаки мне понравился вариант с Сеной, Атроксом и Джаксом на 6 уровень. Так ты закроешь Чернила, Громил, Хранителей и Сказителей. Если Сказители Т1, то рекомендую пожертвовать ими в пользу призраков и снайперов. Севир также хорошо справляется с ранней стадией и является отличным оруженосцем для Ирели. Красное усиление, убийцы великанов и генса — то, что ты хочешь видеть на ней. Не забудь доставить трюкачей, накинешь ей 40% эффективности во время действия способности. Барт и Офелий сменяют Севир в мидгейме. Не упусти этих чемпионов с билдом на силу атаки и скорость атаки. Что касается фронтлайна, то здесь следует отталкиваться от Хранителей или Громил, а лучше сразу учесть оба варианта. Не пропускай Илаой и Диану, они отлично держат удар и носят предметы Галлио, а также закрывают синергии адептов и мудрецов. Последние очень важны в заключительном билде. Так, хорошо, стартовую мудрость я излил, и теперь пришло время на правах рекламы рассказать тебе интересную историю, которая приключилась со мной. Как ты знаешь, я живу в Беларуси, и сын у меня учится в Москве. Я давно не был в Москве, но у меня осталась банковская карта. И однажды, проснувшись и решив оплатить сыну школу, я обнаружил то, что смс-ка мне не приходит. Оказалось, что моя карточка была заблокирована. На поиске решения проблемы я отправился в интернет и наткнулся на Йота ВКонтакте. Ни на что сильно не рассчитывая, я оставляю сообщение под одним из постов. И тут со мной спустя всего 5 минут связывается официальный представитель и сообщает мне, что если я не совершаю звонков в течение 90 дней, то моя сим-карта блокируется. И это именно то, что со мной произошло. И чтобы восстановить мне эту сим-карту, мне необходимо посетить один из их офисов. И только там, при личном присутствии, я смогу восстановить свой телефон. Я отправился грустить, поблагодарил как бы человека за оперативность, спасибо вам большое за то, что ответили, подсказали, и искать какие-то варианты, может быть, там, сменить телефон, но у меня другого телефона нет, соответственно, ну, мне так или иначе нужна сим-карта российская, потому что, ну, я пользуюсь не только с точки зрения оплаты школы сына, но в целом оно мне надо. И тут вдруг человек мне опять пишет, я вижу сообщение в ВК, захожу, читаю, и он говорит: слушайте, а давайте я вам попробую помочь по внутренним каналам. У вас же сим-карта на руках сохранилась? Я говорю: да, сохранилась. Он говорит: хорошо, ожидайте, я попробую восстановить, если она у вас на ручках. Я жду, пока не предпринимаю ничего, ничего страшного, школа какое-то время потерпит. И спустя 2 дня мне разблокируют эту карту. Ну, какой добрейшей души человек попался. Короче, друзья, я не возьмусь сказать за прям качество этой связи, которая вот у вас конкретно в городе, но когда я жил в Москве, у меня проблем абсолютно не было. Я пользовался везде, где там было покрытие у МТС, у Билайна и так далее, у мегафонов, там же работала и Йота. И вот не знаю, как оно сейчас, но то, что в техподдержке у них работают очень крутые люди, это факт. Техподдержка у них вот такая вот. Поэтому от себя рекомендую. Это вот вставочка будет моей скромной благодарностью. Спасибо большое, вы мне сильно помогли, сильно выручили. Давайте продолжать. Будем двигаться в сторону поздней игры. Здесь у тебя задача как можно быстрее взять 8 уровень, если у тебя есть эмблема, или 9 без. Да, есть ребята, которые выкручивают Т2 леги на 8 уровне, но это грязные читеры, давайте не будем на них ориентироваться. На Т2 Иру или вообще просто даже на Иру на 8 уровне не рассчитывай. Если твоя стратегия будет строиться вокруг этого, то ты будешь просто часто умирать. Но вот Галлио обязательно следует достать. Дело в том, что эта фигура очень востребована в текущей мете, и ты можешь остаться без Галлио на 9. Лично я с таким сталкивался неоднократно. Поэтому следи внимательно за своими оппонентами, если сидишь в экономике на 8 уровне с планами выхода на 9. На Галлио хорошо заходят Бармок, Гаргулья и Коготь. Последний можно заменить на Искупление. Что касается керри, то Золотая Зоя отличная альтернатива, если есть понимание, что 9 недостижим. Также может подвернуться Азир или Хвей, которых можно надежно отыгрывать в магический билд. Кстати, Хвей умеет рисовать фигуры, не забывай, что такая механика есть в игре, поэтому он может тебе помочь закрыть Зойку в Т3. Итак, мы добрались до самого вкусного, и скорее всего это понерфят. Уберите детей и слабонервных от экранов. Представим, что все сложилось, и ты добираешься до заветных 7 сказителей. Теперь важно докинуть мудрецов и получить вампиризм на первые 2 линии. У Кейлы в усилениях берем синий свиток и ставим ее на фронт-лайн ближе к центру. Теперь эта Кейл может с одного умения отправить спать золотого Йона
и прихватить еще пару фигур с бэклайна. Ну как ее не любить, цифры просто сумасшедшие. Под конец боя у Кейл стабильно по 10 тысяч урона. А главная проблема заключается в том, что эта десятка вносится в первые 10 секунд боя. Она просто не дает реализоваться вражеским чемпионам. Старайся на этой стадии докручивать все, что возможно в Т2 и в Т3 по сказителям. Хвей тебе в помощь, иначе Кейл не будет хватать урона. По позиционке следует избегать контроля в лице Наутилуса, Сета, Лисина и Сараки. Последние двое крадут манну, и Кейл может не успеть применить умение. Так как Кейл стоит на фронтлайне, теперь ее способность будет бить не только фронт врага, но и добираться до задней линии. Поставить ее напротив вражеского керри не самая плохая идея. За счет взрывного урона с двух волн она будет полностью восстанавливать свое здоровье после применения умения. Если второй бар маны не успеет заполниться, то уже после первого может лежать добрая половина вражеской команды. Останется просто добить при помощи второго керри выживших после этой катастрофы. Я пользовался этой стратегией в разных ситуациях и понял, что позиционировать Кейл на фронтлайне выгодно практически всегда. За исключением случаев, когда у нее крадут манну, кидают в стан и она не отдает ни одного умения. Не стоит также упускать из вида заслуги Галио. Эта фигура забирает фокус скиллы своим таунтом. Старайся держать их рядышком. Таким образом, Кейл будет чудом оставаться в живых на первой линии. Искупление с Галио также будет хорошим подспорьем для Кейлы. Срезать урон от сплэшей и подлечивать Кейл. Из легендарных фигур отмечу вышеупомянутого Хвея. Само собой Ирелию, Вуконга, который не только закрывает мудрецов, но и может керрить в билд. Или будет отлично претендентом на перчатку воришку. Ну или Лиссандра, контроль и дополнительные компоненты. Очень хорошо отыгрывать Лиссандру в золотых Йона и Валибира. По аугментациям подойдут линии по дополнительной экономике и опыту. Вариант с роллами подойдет, если планируешь крутить золотой стол. Ну и самая желанная аугментация, усиливающая Кейл. За каждые два убитых врага при участии Кейл она будет получать силу умения и здоровье. Важно под этот аугмент держать сильный стол и настакать крылатого ангелочка до серьезных стычек. Хорошо, с теорией покончено. Фух, выдохнули. Теперь можем приступать к практике, и начнем мы с скиллы через роллы. Первой аугментацией в игре я получаю золотой билет и вспоминаю про особенность Кейл получать бонусы от звездочек-сказителей. На Кейл сразу отправляю пробив, так как у меня линия через силу атаки, и на 2-2 встречаю Кейтлин, и она дарит мне 4 бесплатных ролла, которые, кстати, разгоняют мой билет. Вот это удача, даю роллы и почти закрываю золотую Сивир. На горизонте замаячила золотая Зайра, и дабы поддержать темп, я варю на Сивир бронеплит. Лобби оказалось довольно рольное. Крутят много дешевых фигур, тем самым увеличивают плотность нужных мне фигур в колоде. Если тебе интересно, сколько кого в колоде, то вот небольшая табличка. Цифры вроде как редактировались, но незначительно. Будет тебе ориентиром. Поправьте, пожалуйста, в комментариях. Залайкаем. Второй аугментацией я беру страховой фонд и получаю плюс 30 золота. А также мои доходы от сбережений поднимаются до 10 золота. Можно держать в банке 100 золотых. Стоит понимать, что я взял два аугмента, которые не усиливают мою команду никакими характеристиками или предметами. Поэтому серия побед длится недолго. Золотой лисы, 5 избранников и 6 уровня оказалось достаточно, чтобы меня потушить. Последней аугментацией была выбрана вербовка. Я получаю дополнительное место и дубликатор чемпиона. Экономика прекрасная, есть бесплатные роллы и ребята подоставали достаточно ненужных фигур. Даю роллы на 4-3 и вытягиваю Гарна в 3 звезды. Покупаю опыт на 6 уровень и теперь необходимо докрутить Зайру и Ривен. Кейл получает свиток силы и у меня появляется второй керри. Еще парочка роллов до 90 золота и Зайра закрывается в Т3. С каждой новой звездочкой моя Кейла крепчает, и эти прибавки будут масштабироваться в зависимости от ее фазы. Чем больше у Кейл звезд, тем больше прибавки. На этой стадии я уже получаю плюс 150 силы умения. На 4-5 проигрываю игру дуэлянтом с небесными и заряженной Ирелией. Уж больно много характеристик он получает. Также стоит отметить, что стол у врага состоит из 9 фигур против моих 7. Крайне удачно оппонент вытаскивает 2 основные леги с 3%. Читер. Вуконг с эмблемой дуэлянтов, Валибир с эмблемой небесных. Это может быть очень интересный стол. На 4-6 я встречаю Киндред, и она дает мне искупление для Элаой. Даю неутешительные роллы и выхожу на 7 уровень. В оппонентах встречаю Барда и Золотого Чугата с Кугмао, которые вообще никак не контрятся, понятное дело. Выношу их вперед ногами и мчусь костроклювом. Здесь закрывается Золотой Тима, и я нахожу Хвея. На 5-1 докручиваю Ривен, облубав уже поселился в руках самого милого Йордла. В оппонентах у меня страшно Йона с небесными, обрати внимание на его последнюю аугментацию. Называется бабах, увеличивает весь урон после применения второго умения, опасная штука для Каина и Йона. Цифры в жнецах у них просто неадекватные. Моя золотая команда падает всего за 15 секунд боя. На 5-2 докручивают и 3 Зою, но не успеваю ее доставить до начала боя.
Также встречаю первого Галио. В оппонентах у меня Т1 колдуны, которые почему-то поверили, что могут отыгрывать в этом лобби золотое яйцо. Дело в том, что если ты проигрываешь, то это яйцо открывается в два раза медленнее. Тебе необходимо держать сильный стол. Ты должен быть убежден, что ты побеждаешь любого оппонента, и только тогда ты берешь яйцо. На 5-3 меня просто сметают золотые избранники. Слишком мало урона под этих жирных ребят. С круга беру горелку и убегаю на 8 уровень. Немного роллов, и я получаю Ирелию. И еще один синий свиток для Кейлы. И 1400 урона, x2 получаем для этой малышки в сплэше. Забираю победу на тонкого и обнаруживаю у врага перспективу закрытия золотой кайсы. Надеюсь, пронесет. На 5-6 закрывается Галио в Т2 и смещаю Кейл ближе к центру. Пятерка мифических будут отличными подопытными. Очень плотный Чога отлетает довольно быстро. Золотой Барт не успевает лечить такие раны, и в итоге это легкая победа. Пока ролил золотую Илаой, обнаружил второго Галио в Т2. Два Галио, и я закрываю золотого монстра на фронтлайн. Еще один Галио в магазине, и Илаой идет в размен на золотые монеты. Увы, эта авантюра не увенчалась успехом. На ковальне забираю перчатку вора и отдаю Галио. Ура! Ура, получаю шепот и меч. Меч. На стадии 6-1. Вроде так это не должно работать. Еле-еле дотравливаю вражескую Ирелию и сохраняю 16 здоровья. Три предмета с Илаой отправляются на Галио. Если что, я снял предметы с помощью встречи с Мальфитом. Он дал такую возможность, когда возвращаешь чемпиона на полку. На 6-2 докручиваю одного Галио, из дубликатора закрываю третьего Галио. И теперь у меня на столе 8 грозных золотых фигур. У Кейлы 453 силы умения. Отправляю перчатку на фронт Ривен. И увы, до заполнения манны Кейл Галио стирает фронт своим умением. Две смертоносные волны летят в одну фигуру. Думаю, эта 3 кайса расправилась бы с моим столом в такую позиционку. На 6-3 встречаю серьезного дуэлянта в максимальной комплектации 8 штук. Плюс просветленные, 3 небесных, мудрецы и драконьи владыки. Очень красивая композиция со второй релей. Умения Галио складываются с магическими волнами Кейл, и фронтлайн удаляется из этого боя. Остается добить Ирелию, и одной волной на 1800 урона стирается Ирелия. Вторая летит в Тристану и снимает ей 2000 здоровья, и это после 18% пореза урона от дуэлянтов. Последний поединок проходит опять против дуэлянта, так как Обскур сдается, не найдя кайсу в Т3. Так бывает, когда поумирали все враги и вернули фиолетовые фигуры в колоду, в которой остается всего 2 кайсы. Уже ставший предсказуемым вынос фронтлайна с первого умения Кейл, отдаем должное щитам Галио на всю команду, добиваем Дулика и приступаем к следующей игре. Здесь мы будем рассматривать вариант Кейлы в 4 звезды, а значит это будут 10 сказителей. Игра шла через Пандору, и это позволило мне крутить эмблемы. Также порадовало обилие лопат. К стадии 5-1 я перевыполнил план, и у меня на руках уже было 4 эмблемы сказителей. Осталось всего лишь закрыть 10 уровень. Мне не хватает 4 золота до 10, но здоровье еще позволяет выдержать один удар по тактику. В оппонентах мне встречается бард в 2 гинсы и хэкстек. Человеку не хватает одного барда и 2 сомиков. Также, к сожалению, не вышло из второй лопаты сделать эмблему мифических. Это могло быть в перспективе 10 мификов. Кейл, по незнанию, закрыто в красное усиление, и я проигрываю этот бой. На 5-2 я докручиваю 10-ю эмблему, и Кейл возносится до 4 звезд. Первые 4 атаки хоронят фронт с чистым уроном за счет второй аугментации. Галио выделяет Удерживает еще 2 атаки, и бой заканчивается, не успев начаться. 19000 урона Кейл в первом бою. Глядя на этот стол, наворачиваются слезы. На 5-3 даже не закрыт Галио в Т2. Я просто дожил на вере в 10 сказителей, и моя ставка сыграла. Еще один бой, в котором я не успеваю ничего разобрать. Где враги? Открываю характеристики Кейл и вижу. Скорость 3,5. 500 урона с каждой атаки в сплэше. И волну в 4500. Ну и скромные 5000 здоровья. Вот где собака зарыта. Слишком много урона в секунду. И это еще не Т2. Севир, Зоя, Моргана, Галио, Лилия. Я могу набрать еще кучу характеристик. На 5-5 приходит первая Ирелия. Во врагах золотой Шен с коготком. Стоит отметить, что это Кейл до нерфа пробива. И ее истощение снимает 30% защитных показателей. Банда исполинов проделает уже знакомый фокус с исчезновением. Кейл, если что, за Куперфильда. 17000 урона, и это очередная досрочная победа. Стоит отметить, что это очень редкая игра еще потому, что третья аугментация принесла мне 70 опыта, и это был полный рандом. Там было множество наград. Про такие игры говорят, одна на миллион. Чат уже предлагает идти пить чай. На 5-6 я получаю от четверки драконов стан на 1,5 секунды. Также был шанс ловить стан от зимы, но итог, похоже, закономерен. Следующим из лобби уходит Хьюч на
6-1, жаль нет Т3 эпиков или лек в оппонентах. Думаю, это была бы интересная битва. Денора хватило еще на один бой против этого крылатого ангелочка, и это очередная сдача. Вот это я называю удача. В последнем кейсе я покажу тебе кейлу, которая воскрешает союзников. Не буду тебя утомлять долгими разговорами, ролик и так затянулся, просто отмечу то, что у нас на столе стоит 7 сказителей и 5 мудрецов. Стадия 7-3, золотая кайса терроризирует лобби. Я подставляю Галио под вражеского керри, и он начинает танчить. Первым номером улетает Галио, и спустя 8 секунд он возвращается на поле боя с 2000 здоровья и 3 предметами. Так работает Кейл. Она не только возвращает чемпиона, но и его предметы. Также стоит напомнить, что она выбирает самую сильную павшую фигуру. 7-5 и тот же сценарий. Я кидаю Галио в мясорубку, но в этот раз Вуконг падает первым. Спустя секунду срабатывает усиление Кейл, и Вуконг возвращается в строй с 50% здоровья. Проходит еще 8 секунд, и Ривен получает второй шанс показать, на что она способна. Кайса прицельным выстрелом стирает Ривен, и пришел черед вернуть Галио. Он берется танчить золотого Чугата, пока клинки Ирелии пляшут в ускоренном темпе на дополнительном времени. Как итог, Чугат не справляется с такой наглостью, и это второе место, так как в заключительном бою золотая кайса просто сдула мой стол, не оставив шанса. Кейл, конечно, успела подарить вторую жизнь Галио, но заприметив этот подарок, кайса дала Галио по рукам, и он выронил этот дар за одну секунду. Ну а дальше мое любимое, самое классное, надменное добивание от Морганы с недовольным хмыком. Обожаю ее. Я заключил, что эта линия хороша именно в игре позднюю стадию с сильными золотыми фигурами, с классными билдами. А на этом, друзья, пожалуй, мой отчет по сказителям закончен. Спасибо большое, что осилили этот ролик. До конца досмотрели. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать комментарий. Всех обнимаю и жду на стримах. Провожу где-то часиком к 7-8. Подтягивайтесь. Буду рад. Пока. Ах да, не сдавайся. Побеждай.